эфир телеканалу «Беларусь-1» протягиваются новины региона. У студии Наталья Ихнатенко. Добрый вечер. Черговый этап выборчей кампании, сбор подписов инициативными группами кандидатов выходит на финишную прямую. Подписные листы должны быть сданы 21 жнивня, а проверка их соправдности будет вестись на протягу 10 дней. Проход выборчей кампании у регионе журналистам сегодня рассказал старшиня Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь Миколай Стош. Першими до сдачи подписных листов у Гомельской области приступили инициативные группы двух кандидатов. У подтримку Александра Лукашенко уже сдадено около 220 тысяч подписов, и крыху больше, як 3 тысячи, сдала инициативная группа Сергея Гайдукевича. Одночасово протягивается формирование составов участковых выборчих комиссий. Своих представников вылучают працовные коллективы, громадские объединения, мясцовые политические партии. Гэты этап завершится 26 жнивня. Свою працу почали и аккредитованные центральные выборчие комиссии назиральники. Характерно, что больше за треть из них – жыхары Гомельской области. 300 наблюдателей, которые аккредитованы в республике, 109 представляют, значит, нашу область. Наибольшее представительство направили, значит, общественное объединение – 79 человек. Из общественных объединений наибольшее число – это профсоюзы – 20, Белая Русь – 19, БРСМ – 13 и другие наблюдатели. В целом же мы ожидаем большую группу наблюдателей, как сказала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Михайловна Ермошина. К концу августа прибудут наблюдатели от СНГ, от ОБСЕ и ПАСЕ. Практика прямого диалогу с жыхарами регионов по хвалючих их питаниях протягнется 15 жнивня. Представники выконавчей улады проведут у субботу черговые прямые линии. У Гомельской области звороты громадян будет принимать первый наместник старшини облвыконкама Александр Владимирович Максименко. Номер телефона у Гомеле 75 12 37. Час проведения с 9 до 12 годин. У Гомельским гарвыконкаме прямую линию проведет первый наместник старшини Павел Евгенович Шпаулов. Звонков от жыхароў областного центра чекают по номеру телефона 75 19 84. Як и завсёды по субботах, вести телефонные размовы с громадянами будут у районных администрациях и райвыканкамах. Шэраг актуальных проблем, якія тычацца своечасовасці выплат і памераў заробкаў, аховы працы сацыяльнай абароны работнікаў, разледжаны сёння ў Гомельскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў. На пасяджэнні Савета па працоўных і сацыяльных пытаннях абмяркоўвалася выкананне пагаднення паміж аблвыканкамам, абласным саюзам наймальнікаў і абласным аб'яднаннем прафсаюзаў. У пасяджэнні прымалі ўдзел прадстаўнікі выканаўчай улады, старшыні галіновых прафсаюзаў. Акцэнт быў зроблены на тыя пункты пагадненні, якія выконваюцца не ў поўным аб'ёме. Сярод іх вымушаная непоўная занятасць работнікаў і нізкія заробкі на шэрагу прадпрыемстваў. Агучваліся і праблемы канкрэтных галін. Да прыкладу, галаўны боль будаўнікоў – дэбіторская запазычанасць. На Гомельшчыні яе агульны памер дасягае 1 трыльёна рублёў. За гэтага на выплату заробкаў прыходзіцца браць крэдыты пад высокі працэнт. А гэта цягне за сабой шэраг негатыўных наступстваў. Появились новыя праблемы і новыя задачы. І мы не пытаемся іх каким-то образом снівеліраваць. Мы просто находим и ищем пути решения совместно. О чем идет речь? Ну, во-первых, вопросы, связанные с сокращением тех непроизводительных простоев, которые сегодня есть. Вопросы, связанные с ростом заработной платы. Выполнение всех гарантий социальных, которые оговорены в колдоговорных отношениях каждого трудового коллектива. Больш як палова ўстаноў адукацыі Гомельскай вобласці атрымалі пашпарты гатоўнасці. Усе арганізацыйна-тэхнічныя мерапрыемствы па афармленні дакументаў павінны быць завершаны да 20 жніўня. Да прыкладу, у Мазырскім раёне пашпарты гатоўнасці атрымалі 96% ўстаноў адукацыі. Аб тым, як рыхтаваліся настаўнікі да новага навучальнага года, у матэрыяле Дмітрыя Котава. У Козинской средней школе все работы по подрыхтовке установы проводили уластными силами. Наставник-дефектолог Вольга Гавриловец свержает, что это становится уже доброй традицией. До прикладу, на сэкономленные сродки у ее класс закупили додатковую литературу и специальное обсталявание для коррекционной работы с вушнями. Мы сделали здесь капитальный ремонт, клеили, красили, покупали все, что было необходимо для строительства. Во-первых, это гораздо экономнее. Я имею в виду, что это делали не строители,
строители. А во-вторых, то, что мы запланировали, мы сделали так, как мы захотели. Для проведения работ в установе было притягнуто около 45 миллионов рублей, ахвированных батьками навученцев. До того же и выконкамам были выделены 60 миллионов, однако с умовой. Ремонт повинен быть проведен только уластными силами. Научились ложить плитку, научились шпаклевать, научились пилить, красить. То есть все у меня в коллективе, мои работники могут делать любые виды строительных работ. Это несложно. Дело в том, что коллектив очень дружный, поддерживают друг друга, и нет такого, что это мое, это твое. Если берутся за работу, делают сообща, делают все вместе, помогают друг другу. Наставники Прудковской средней школы лишат, что каб летом спростить процесс подрыхтовки, необходимо бережливо ставиться до установы на протягу усяго навучального года. Самого раннего узросту приучать детей до парадку. Все лето у школе так само все работы выконывали уласными силами, за выключением ремонта отепляльной системы, где спотребилась допомога специалистов. Ну, я своих людей туда просто не могу пустить. Почему? Потому что там должны работать специалисты. А остальное все мы сделали собственными силами. На сегодняшний день то, что сделано, это и подкрашены полы, и где-то мы обновили стены, стенды обновили, закупили по предписаниям оборудование. Это все за счет внебюджета и собственных сил. Як свершить практика, представники галины эдукации с разумением ставятся до потребования проводить ремонт у школах уластными силами. И проявляющи увесь свой творчий потенциал и натхнение, робить усе, каб ребята с первого вересня отчували утульность и комфорт у своих школах. Здесь, конечно, в основном пошли средства наших спонсоров, шефских организаций, помогли немного нам родители. Ну и основная масса работы, конечно, легла на плечи технических и педагогических работников. За последние годы в каждой школе сформированы бригады, которые умеют и штукатурить, и красить, и ремонтировать, и мебель обновлять, и так далее. Поэтому в этом году каждая школа просто, ну, на удивление показала, какие и дошкольные учреждения, какие виды работы они смогли делать своими силами. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Зараз у Гомеля ведется масштабная работа по добраупорядкованию автовокзала. Плануется, что свое новое обличье гэтый громадско-значный объект отрымает до Дня города, который традиционно проходит в областном центре в середине вересня. Вероника Ворошилина поцікавілася темпами проведения ремонтных работ. Сегодня средний пассажиропоток Гомельского автовокзала варьируется от 4 тысяч у будние дни и до 7 и вышей у выходные святы. Ожитявляются пригородные, межгородние, внутрирреспубликанские и международные маршруты. До часовых незручностей, которые имеют место в связи с введением тут ремонтных работ, пассажиры, как правило, ставятся лояльно. Тех, кто еще не усвядомил всю важность таких переутворений, супрацовники автовокзала переконал, что просить отнестися до их с разумением. Крыху ранее был обновлен фасад будинка, что значно оживило и полепшило его внешний выгляд. Меж тем, после масштабного добраупорядкования, гэты громадскозначный объект отримає еще больше сучасное и шматфункциональное обличье. Проектом предугледжена замена усяго асфальтового покрытия на пляцовце прибытия и стоянки автобусов. Будет отремонтованы перрон и установлены зручные лавки для отпочинку пассажиров. До речи, будущее переутворение не обминуть увагой потребования безбарьерного осяродья для людей с обмежеванными физичными махчимостями. Появятся ленты из контрастной плитки, дабы люди со слабым зрением могли ориентироваться спокойно по зонам движения и не допускать определенного травматизма. Также мы производим третий этап модернизации зала ожидания, в котором появятся как торговые ролеты, так и помещения платной справочной службы, дежурной по автовокзалу, дабы придать нашему предприятию сегодня красивый современный вид и представлять наши ворота города на самом высоком уровне. Меж тем, на Гомельщине повышение культуры и якости обслуживания пассажиров является одной из основных задач. У этих метах використовуются самые сучасные методы и формы работы. Рухомый состав для перевозки пассажиров постоянно обновляется. Улишивши добрые умовы автотранспорту и дорог, поменьшается час доставки людей на загородных маршрутах. По махчимости отбывается снижение кошту перевозок, а для комфортабельности всех удельников транспортного процесса украняются сучасные инновационные технологии. В тестовом режиме в городском автобусе на 20-м маршруте в городе Гомеле установлен Wi-Fi. Из 1000 автобусов, имеющихся на сегодня на балансе Гомеля облавтотранса, в 700 автобусах уже установлены автоматизированные системы диспетчерского управления, что позволяет сегодня в онлайн-режиме отслеживать маршрут движения транспорта. В случае возникновения каких-то нештатных ситуаций оперативно повлиять на процесс перевозок. Вероника Ворошилина, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель».
У выходные дни спякота в регионе пойдет на спады, установится комфортное надворье. По прогнозах областного гидрометцентра, в ближайшие дни будет малооблачно и без опадков. У ночи чекается 10-15, в день 23-28 градусов тепла. У понеделок 17 жнивня опадков так само не прогнозуется. Температура по ветру понизится до плюс 7-12 у ночи и до 24-26 у день. И до новинок спорту. У Гомелі 4 мини-футбольные команды разыгрывают кубок областной федерации футбола. У международном турнире принимают удел гомельские дружины, белорусская чыгунка, ВРЗ и агрокомбинат Паўднёвы, а так само сборная Грузии. За подеями первого гульнявого дня сачыў Максим Савин. За 4 дні команды проведут по 3 гульні. Графік напружений, але для гульцов гэтае спаборніцтва у некой ступені отпочинок от тренировок. У матчі открытті перемогу аспрэчвалі ВРЗ і БЧ. У бягучае міжсезонне команды уже спаборнічалі, але то были товарыскія сустрэчы. Турнір – іншая справа. Это лучше, чем играть товарищеские игры, потому что есть соревновательный стимул. Вот, организовали такой турнір. Вот, ну, совместить и соревновательный процесс, и подготовительный. Гомельские команды сгуляли у ничью 2-2. Наступными на паркет палаца гульнявых видов спорту вышли новичок высшей лиги белорусского чемпионата агрокомбинат Паўднёвы и сборная Грузии. Грузинская команда зараз рыхтуется до отборочного турниру чемпионату света. И это бачно. Разминка перед гульней больше подобная на тренировку. Беларусь и Гомель у приватности для проведения сбору выбрали не выпадково. Футзал. Белорусский футзал на большом уровне. Сейчас мы знаем информацию, что у вас подъем футзальный, мини-футбольный по-вашему. У нас абсолютно новая команда. Очень много молодых ребят. У вас клубы очень сильные. Мы, чтобы опыт у нас, у наших ребят, это молодых, чтобы появился здесь у вас. Матч начался за так грузинской команды. Футболисты Паўднёвага уважливо гуляли в обороне и ловили соперника на контратаках. Эта тактика принесла плен на 5-й хвилине. Отзначился Виталь Байцур. После пропущенного гола грузины канчаткова взяли инициативу в свои руки. Але зравнять лик не отрымливалось. Голкиперы агрокомбината тягнули усе. У середине другой половы гульни помылка грузинских футболистов привела до другого пропущенного гола. Забил Александр Данилейко. Выпустивши 5-го полевого гульца за 2 хвилины до конца матчу, сборная Грузии один мяч отыграла. Амаль перед самой финальной сиреной Александр Данилейко, пославший мяч у пустые вороты, зарабил улик 3-1 на корысть Паўднёвага. Что-то недооценили, что-то недоработали, кого-то недооценили. Сейчас поработаем, отдохнем чуть-чуть, и завтра будет другая игра, я вам обещаю. После первого гульнявого дня лидеры у турнирной таблицы агрокомбинат Паўднёвы. Далее идут ВРЗ и БЧМ, замыкая квартет сборная Грузии. Переможца турниру вызначится у неделю. Максим Савин, Дмитрий Радянко, Телерадио, компания «Гомель». И на этом выпуск завершены. Наступный глядите завтра на телеканале «Беларусь-1» о 15:10. Усяго доброго и до встречи.